Как, блядь, можно сдохнуть, блядь, вообще после того же, как купол идет, блядь? Вы можете, блядь, поиграть хоть нормально, блядь, на выживание, нахуй? Нахуя мне ваш тут, сука, ДПС по этим катализаторам? Два человека их сносят, блядь, соло снесу, блядь, своим танком, блядь, пробегаю. Лена, подойди ближе к трону. Куда ближе? К трону. Ну тогда, ну вот, типа по центру вот тот лежит тошнотворный. Да. А, ладно. Сейчас прокастуй тоже. Лёш, могу зайти за сову? За вторую. Заходи. Игру перезайду, до сих пор на месте бегает. Заходи, я понял, заходи. Беладон, блядь. Каждый купол минус, нахуй. А Мон у меня... Мон даже у Фроста тоже пинг. У меня во время пула, блядь. Нормально все было, но в фазе, блядь, у меня... Да, да. Смотри, короче, ты там немножко сам себя заруинил. Когда там текут пи... лучи... Меня пингует. Меня пингует. Я вообще ничего не видел. Ну ты прям в них прыгал. Я знаю. Как бы часть нормально все, а у меня просто игра все, блядь, зависает, то есть хуй знает. Просто вон только что тоже списались, у меня такая же хуйня. Сейчас перезайду. Сопроту надо будет перепить. Никитос, блядь, каждый купол смерть, блядь. Равно смерть, блядь. Я не знаю, что ты, сука, Хантом тут делаешь, блядь, что ты дохнешь. Хантом, блядь, нереально сдохнуть, если ты эфир, блядь, не словишь. Лёша, а можешь мне скинуть логин, пожалуйста? Это, Ганвеста, очень долго реагируешь на вынос. Тебе помимо того, что выносить взрывоопасный пламя, тебе еще нужно дикое пламя выносить, которое распространяется по всем игрокам, которые... Вы что-то путаете, я там вообще около лестницы стоял. Вот постоянно я здесь кружочек стоял. У меня просто такое ощущение, что, блядь, вообще не доходит людям. Что вы, блядь, в новом контенте будете делать, когда там вообще все рандомные тактики будут из пылы, блядь? Если вы тут просто не можете сообразить, блядь, на куполе. Самая легкая, блядь, обилка босса, надо подохнуть, блядь. То же самое, что в РС-ке, ХМ-ке, лезвие, блядь. Там тоже лезвие ставит танк, и тут лезвие ставит танк. Вы все равно умудряетесь сдохнуть. Только тут, блядь, всем рейдом умудряетесь сдохнуть. Тыкните на огурцы. А в РС-ке ХМ-ке, блядь, будут дохнуть только те, кто, блядь, выносит метки под лезвие. Как показывает практика. Скинь. Напиши, что в ПМ, Кордиан. А, в Дискорд. Ну, я тебя, да, скину. В Дискорд. Скину. Сейчас. Тебе логин только? Ну и пароль, я не помню. Вроде так, нашибаю, сколько помню. Можно фастом релогнуться? Я кличку прочитаю в игре. Релогнуться, этот, блядь. По поводу меток, все равно, блядь, хуёво ставите. Пиздец, как хуёво ставите. Реально.
Вы, блядь, вам сколько раз объясняли, как ставить метки, блядь? Все равно метки ставятся хуёво. Лена, пока тут последние метки, блядь, пиздец как хуёво поставили. Или вы просто боитесь поставить метку там, где стоят РДД? Я этого не могу понять. Типа того. Да? Ну, значит, блядь, надо начислять, Коля. Да начисляй уже потихонечку. По сотой. Так, это. Потом по 200 на экспу. Есть у кого, блядь, эти? Кто? О, кто? Блядь, дымки. Нет. Пусть просто часть первая, третья в кресте, вторая, четвертая в квадрате стоят. А то они все стоят, ну вы все стоите в квадрате, из-за этого так метки разносят. Не знаю, в кресте там буквально три человека стоят. Ну, поэтому и метки так хуёво выносят. Так, где там эта хуйня? Метки ставятся. Одна ставится в квадрате. Вторая ставится, блядь, в черепе. В черепе. Третья ставится в крестике. И последняя, и четвертая ставится, блядь, в луне. В луне. И одну можно на край, блядь. Любую, причем еще за крестик, за квадрат. Чтобы натиск не доставал. РДД-зона, которая стоит, блядь, в квадрате, разбивает перед собой метку и дальше играет и сзади себе метку. Это несложно. Можете слева метки бить. Вы просто будете перед метками стоять. Между метками. Главное, чтобы метки натиск не попал. Как они будут стоять, это уже другой нюанс. Можете, блядь, хоть на край их вынести. Но главное, чтобы была, блядь, позиционка от луны до крестика и за крестик. По прямой. То же самое здесь, от черепа до квадрата, по прямой. По этой линии просто надо ставить метки. Вы можете, кстати, просто озвучить, на ком будут метки. Просто пусть люди сами скажут, типа, я в луну, допустим, я 6 в секунд дается заморозку меток, и с каждой секунды 20% к замедлению. Все, суманите сову. Вы просто физически, вот вы стоите все в квадрате, вы физически не успеете разбежаться. Да я хуй знает, тут столько анонсят, и вы просите еще больше анонса, нахуй. Ну дайте сюда вообще комп свой, нахуй, поиграем за вас. В два экрана тогда. Ну, главное, это если милик будет нести метку, отходите, потому что, блядь, я не успею физически донести. Давайте. Мне нужно две минутки нам. Аккаунты я вот в два окна поиграю, попробую. Может, и то лучше будет, нахуй. Чё вам еще анонсить, я хуй знаю. Как ты на Кополе будешь бегать, один вопрос. Да похуй, ебать. Привяжешься? Да, привяжешься. Да, привяжется и будет этими зигзагами нырять. Ебать, им все надо анонсить даже. Просто сделай шаг вперед, анонс. Пожалуйста, анонс. Слышишь, где чувак играет в Battlefield, у него нету левой руки и правой ноги. Наоборот, короче, у него одна рука и одна нога, и он хуярит батлу, знаешь? Это ты сейчас вообще в унижение людям сказал. Сейчас скажи, что он там беркут сотого уровня. Он башит нормально, какой ранг, я не знаю, но он там жестко выносит. Получается, ну, параллельно, правая нога и левая рука, как-то так. Да хуй, ребят, есть стример, который чисто ртом играет, у него, типа, вообще рук нету. Вы, ребят, с игры не выходите, пока вам не поанонсят только, не вздумайте, ну его нахуй.
Фоня, у тебя пухи нету. Я знаю, сейчас, секундочку. Давайте на третьей фазе. Я хочу сейчас дебафы настроить. То бишь в крестике, вторая, четвертая в квадратике. Настраивай пока на первой фазе, я запущу босса. Он в бою не сможет настроить. Здесь. Бача, а рыба была? Рыбы не было. Была, была. Была. Ставлю еще раз рыбу. Вот и перепейте, кому надо. Сейчас запустят, перепьем. Кирс, Никитос. Все здесь. Метки подальше выносите на второй фазе. Мешают метки очень сильно, которые к боссу идут. Когда они вынесены, вот здесь, блин. Вот, стоит печенька, метка стоит вот здесь, где я. Нахуя здесь метку сюда выносить, если ее надо выносить, блядь, на край вот сюда. Но даже на край не обязательно. Главное, чтобы между метками. Вот чтобы, ну, ну, при каких концах пиков, получается, вот, смотрим, на западло появляется метеор. Вот. Он также и на краю может появиться. СС сейчас повесить, а потом обновите. Сопроты 4 человека. На самом легком боссе, блядь, целка так ложать, охуеть. Тут даже ДПС для ульма. Фоня, пуху. Просто ты не выпили. Кто не выпил, потом скажешь мне. Что? На стриме показывает, чекаем. Мишаню на сову посажу, будет вообще пить соло. Большой. Не войд в рубе заберешь один? После следующей нестабилки. Это дым, бро. Шторм, разбегайтесь уже. Шторм. Водитель.
Калим, Агро, Мозер, Агро, Гевка. Большого. Сильнее. Добирайте на другой. Шторм. Блять, суть. Шторм. Маски, да, соберите, пожалуйста, там много мобов. Где Боб, блядь? Чё, сбежали, что активнее трэш слили? Дальше, его. Девка, Агро. Успеют, успеют, разбегать. Мазар, отдай сейчас гимн. На что отдать? Гимн. На ману. Полностью до мана. Это мана, это мана здоровая. Лёш, мне, кстати, где стоять? Ну стой в печеньке. Забейте. Девка, срываешь. Что? Все, не будет ничего. Тут много народу. Трусы пойду. Прожали. Все, смотрим за костами. Лучи. План вынес. Только тут и пончик. Станки. Теора закрываю. Лучи. А заберите там 10 таков. Убрал. Вынесли. Метки вынесли. Метеора. Закрывайте, закрывайте. Боссы идут, прохил. Сика, прохильте. Деф отдайте. Прохиливаем. Лучи следующие. Z
заберите по возможности. Метки. На краешек выносите, прям на краешек. Чего там? Усиливаем. Следующая лучшая. Метки. Шесть стаков уже. Следующая лучшая. Заберите. Ползут. Лучи будут сразу после коллапса. Шамилики не подходят. Дал Харс из ума. Прожмите. Лучи. Метки вынесли. Персик и пончик. Пончик два раза. Прохил его. Я себя могу прохилять. Лучи будут. Лучи. Метки. Харсис. Персик, Талим. Метеора. Закрываем метеора. Че? Персик, Денчик, старик. Боссы идут. Спасибо. Не будет вам. Так же, когда ХП полетит, скажешь. Все, в квадрат сразу вставайте. Забудьте про труд. Квадрат есть. Олени, залейте ману на 9. Гент, ну, таймер? ХП полетит, скажете. Там шаман на Херсайзис орёт. Сейчас 50 секунд у меня, давал уже. Сейчас я ему дам. Умности тоже залейте. Полетело. Буря, вынесли. Херсайзис пока тут. Луч. Буря вынесли. Китос Фанзера. Луч. Бьем, наверное. Будет все. Буря. Пока тут, Бич, старик. Пока. Тебя запас. Натиск, отошли все. Блять, я славлю. И так вот. Все, минус рейд. Два луча подряд. И так не уйти. Ну только, блин, 15к начал давать. Ты тут натиск ловишь. Вот, блять, проблема ДК. Говорю, нету бабла. Нужен паладин, блять. Вообще на любой класс надо делать баб. Тебе поэтому, да, Лёха баблик. Чтоб 4Т5 давал бабл на любом классе. Да. Мишка в бабле. Ну опять этот ёмут.
Живса бы. Сара, ты, я тебе просто МК-шку кидал. Ген, нету. Я последний. Лен, есть сейчас? Лен, тут ты. Да, есть. Ну ты поняла, да? Было 6 саппротов, 4 раздал. Кинь трейд, я тебе потом это с руля скину. Лёха, ты читал, что я тебе писал? Понятно. То я могу зайти на мага, потому что вечернюю джай, но я все равно не смогу пойти из рэп. Спасибо. Состав будет этим ставить. Мах, я не пущусь. Да еще. Мне на мага ничего не надо. Миша, с чего ты решил, что у нас сегодня джайна будет? Я на следующей неделе вечер работаю, соответственно, я не могу уйти вечерний. Надо удрагаться на паладина. Либо это... Что это было? Замедление каста на третьей фазе было? Пухан написал, да, кидает. Тут быстро каст. Шторм разбежались. Нового забери, да? Ну забирай тогда еще раз этого. Разбежались.
Сводите. Там, там. Никитос. Никитоса снимите. Бежали. Зачем кран? Не бежали. Шторм 9. Все, разбежались, мистер Билка. Сводите, сводите в кучу, ребят. Кто там стоит? Мозер. Стоп ауе дайте. Точечно играем. Стоп ауе. Все отлично. Разбежались. Вот после местобелки бежим. Я, конечно, ни на что не намекаю. Не пора ли пристам прочитать рэп на мат? Сейчас я прочитаю, как сбежимся. Сина, не агрите мобов, сейчас уже это. Сводите. Бежите. Да, Йогин нам надо. Да. Он мелких станет с Джайми. Все, больше мелких на себя ДДшники не берите. Не уешь. Добивайте. А то будете. Мать, сдохнуть. Убейте, что не побьет. Пожали. Смотрим за кустами. Лучи первые. Метки. Вынесли. Покатуки, пончик. Закрыли рядом с тангом. Метки. Три хила, кроме Денчика и Умности. Вышли меток, метеора. И сразу пойдут босс. Стоун. Хил рейда. Денчик.
Титоса просите там. Хильте. Где просил? Хилы. Я не достаю до него вообще. Я тоже. Жались. Гуденчика поднять. Поднимай. Мана ему залей лучи. Тимыч, с тебя Никитоса. Там. Вынесли метки. Персик, Дворос, Гевка. Закройте, закройте, закройте. Хил. Зачем вы таунтите, блядь? На мне 3 стака. Нахуй вы таунтите. Потом дохнет. Никитос дох. Метки вынесли. Тимыч поднял Никитос. Соло. Зера просил. Станфите. Вот. Боссы идут. Дефы не забудьте. Дефа. Лучи. Вынесли метки. Харвис. Вместе, давай, вместе, 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 втроем. Выбегаем. Умность, аккуратно. Никитоса просил, блядь, Никитос, там. Где ты бегаешь? Тебя не хилят. Это я. Заберите, заберите. Пламень. Метки. Вынесли. Харбис, умность. Бежим. Чего? Учи. Гел, отходи, там сейчас потекут. Сейчас к боссу пойду. 3%. На старике дебаф. Носите побыстрее, может не будет. Дам еще. Меньше. Еще. Все. Как же ХП полетит, скажете? Какой есть еще рэп на ману? У меня через 35 секунд будет. Бафы обновите, попавшие. Два человека падало, по ним бафы. Лазар, дашь баф, пожалуйста? Да-да. Алфа на резист должна быть по льду, обязательно. Вот я не вижу. Полетело? Да-да-да-да, полетело. Урия. Сарик, мазафакер. Персик, персик. Персик, блядь. А извините, я женат. Буря. Женуэн Фрост. Слева Фрост, закрой, ну. Блин. Каз замедли. Коч, подошли. Не очкуйте, че вы побежали-то? Буря вынесли. Дворос, Никитос. Внедрение каста очень быстро после. Буря. Воки, Талим. Че по Гере? Луч, 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 ушли.
Девка, агро. Геру. Сейчас Геру давайте. Геру. Блять, не могу уйти, хильте. Буря вынесли, волки, умность. Умность. Вы делаете, мать вашу. Метки. Где? А там земля. Им на хп отдайте. Уже отдал. После бури встану. Буря опять. Купол. Купол хуёвый. Ладно, эфир не ловите. БР есть, всех подниму. На больше БРов не предусмотрено. Ой, далеко бежишь. Никитос, блядь. Фир, сука, не лови. Сколько уже обговорить можно? Дайте по мазафакеру просто, ман. Плюс чат. Быстро. 3 минуты. Харзи встать есть. Этот. Гримперчик БР есть. Да. Короче, пока тут боедешь гримперсика. Гримперсик и пончик. Только быстро. Делору встать есть. Нет, я по мазафакеру дал. Немножко по это, притормози. Тихо, это чино отдаешь по Делорус. Конвест отдаешь по Никитосу. Войт, лови трэш. Быстрее это. Что делаем? И бафы сразу, масс бафы обновляем. Прохил сразу моментально ее. Лево. Косты сбиваем. Бури вынесли. Боки. Немножко. Натиск нашли. По шаману, где БР? Прикройте. Прохил, косты бьем дальше. Трэш милики. Убейте или что, я не знаю. Буря унесли. Провокатора прохилите. Натиск. Натиск. Аккуратно, не словите натиск. Закуточка пошла, давай, разваливайте. Буря. Бурю вынесли. Мозер и пончик. Метки. Только поставьте нормально, чтобы с натиском, блядь, не съебало. Справа метку. Все в метке, быстро. Хорошо поставили. Этот гимн на хп отдайте. Дайте дефу быстрее. КД. Луч. Делта 4. Луч. Третий образ появился. Вижу. Буря вынесли. Быстрее реагируем. Прохил рейда. Косты бьем. Не затупите, убьете. Метки. Все сейвы, которые есть, блять, отдайте. Прохил.
быстрее. Гимн какой-то. Нету. Нету, нихуя уже. Три ляма на боссе. Убивайте 3%. По боссу активнее работаем, РГД зоны. 3%, 2%. 30 секунд купол. Блять, вы прохили. Живите себя. Живите, живите. Пока тут потей. Тошнотворного подними. Меньше, да, мастер. 600 тысяч. 0,5%, 0,4%. Купол, блядь. 3. 300 тысяч. Выживете на куполе, добьете. Человек. Может, убьете. Ладно, на куполе, блядь. Не лови фир. Мазафакер, мазафакер, не лови фир. Никто, блядь. Да у меня все заебись, у меня еще стрим идет. Блядь, я не могу на это смотреть, можно я отвернусь? Девка, догоняй, догоняй. Ребят, молимся за вас. Блядь. Смотрите, как надо бегать, блядь. У друида, может, БР откатится, пока бегает. У меня есть ДВР. Только аккуратно. Все вернуться, Дворус. Тихо, стопните плут, пусть они сосредоточатся. Поддаж, короче, это, ВБР, поддаж наш. О, бурстынивка. С РДД зоны. По хантам лут. По старику отдай. Старик, блять, бурстынивка. Там бурсты только при 30 стак. Ну, значит, пары... по Никитосу отдать. Никитос, блядь, с этим. Тоже бурсты. Я сломанный, не давайте ко мне. Я поломан. Они лучше. Могу попробовать под возгоранием три коста быстро сделать и дотки. Хила подымет, чтоб хоть чуть-чуть они... Они там них нехуй хилить бы. 30 тысяч. А, ну да, там убить надо. Это. Дальше вот смотри, что ты делаешь. Войско. И трэш. И трэш сразу. Я просто хуярит. Стаунтить босса и дать войско, да? Да, лужу забираешь трэш на себя. Таунтишь босса, становишься на ту сторону, где я стоял, и даешь войско. Только сразу стаунти, потому что огромно мне Джейн, она, блядь, меня убьет сразу. Скажите, когда катализаторов мало останется. Осталось 4, да. 3 осталось. У них по пару доток кинуть, и они умирают, эти катализаторы. Не мешайте людям своим пиздежом. Мало катализаторов. Но... Один. Да. Все все видят. Так, Лёш, кого бэрить мне? Никитоса. Всё. Он поломан, сказал. Сломан. А, поломан, тогда бэрь, короче, Талима. Сейчас, смотри, 1000. Сейчас он... Он и отхилится. А, там, да. Трэш, рви, босса на себя. Прожимочку отдай и возьми. Отдал. А все, убили. Ой, да неужели, блядь? Великая победа Орды! Нет, если по-честному, вот этим ребятам надо... 50 голды с каждого, мазафакеру. Просто, блядь, правда. Поздравляю, чё? ГЦ. Мои поздравления. Тупо срез ГП предлагаю нам сделать. Фу, я, блядь. Как батя отбил. Я, ну, я не знаю, вот честно. Этот день войдет в историю. Сам... На стрим. Я не знаю, как там идет? Другие классы играют в хилы. Так, у кого есть став, кто осколки вообще на РДД собирать может? Я могу. Конвеста. Плюс чат. Писали? Я чивка, блядь. Я имею в виду про осколок, Делорус, тебе он не надо. А, понял, сори.
Короче, Локи. Интерес. Локи, сейчас лучера на тебя поставлю. Комбат. Заберешься на будущее осколок. Потом в следующий раз будем убивать, дальше. Ебой. Все скрывают. Никто не трогает, всех поднимаем. А, они, короче, переделали Джайну, теперь она... Куда она делась? Маунт пришел, да? Какой да. Поставлю. А где Маунт? Там ниже. А да, где Маунт? Сейчас, на короче, почте. Тихо, сейчас. Локи, идешь, открываешь сундук, там будет осколок льда тьмы. Дашь его себе. Жди, фетиш упал, что? Открывай. Я его сролю сейчас. Можно смотреть, что там? Чё упало? Фетиш крышал кошмары. Штанишки, ну, бля. Линкуйте её. А что ещё, фетиш, штанишки? Клинок кошмара. Забрал себе или нет? То есть ничего интересного на ДЦ. Полок, да. Фу, хуйня. Дальше. Мало. Сейчас разролю. Ауди так. Опять проебал клинок. Ролим. Фетер. Ролим. Так как первое убийство все мог. Не танку нет смысла. Пол спек это. Нормально ролл. Китос, короче. Чё, кто выродил? Никитос. Никитос, да. Кто там кушает? Вот смотри, старый. Зря гор бошку донатил. Вот те штаны. Дальше. Ролим штаны. Батя, у нас даже одна ручка даже некому носить, сука. Могу успех. На транс забрать. Блинчик. У Лёхи сейчас будет бисовый этот ДК. Да, у него с плеча и с... Грац. Ауди там, наверное, плачет. Какой мечик на него шикарный. Дальше. А его нет. Ауди не убили. Это на кого? ФДК, да? Да. ФДК, тут да. Мозг пароли, типа, хуй знает. Да, роль тоже на успех. Да, он только на офф, но... Роль тоже. На... Ты ФДК не буду никогда играть. Говорю, у пианиста зов и... Этот клинок. Просто бисовый ФДК. Самое интересное, ради чего все здесь. Давай, ну. 1000 еп, все. 1000 еп. А че, единственный? Да блин! Мазафак? Враскова, да. Ну почти. Ну там враски, потому что мазафакер все-таки это. А как он выглядит, вот этот шквал? Какой, блядь, типа водоворот? Ну, а, я понял, говно маунт. Говорю, самое только это. 1000 ГП, на. 1000 ЕП. Он 1000 ГП стоит? Нет. Да нет. 1000 ЕП. 1000 ЕП, типа, за первый килл, Джайм. Вот чё, единственное, что интересно. А награду тем, кто выжил и отпиздил Джайна, будет? Все ДЦ с маунтом. А какой маунт? С почты который или чё? Да. С почты там темный ворон такой. А, на котором пол доллара налил. Классный ворон на ништяк маунт. Жду 6 секунд и улетаем. Бля, у меня всего 6 маунтов на логе. А чё же, СРСГР, да, будет? Рой или чё? Или ещё куда-то идём? Всё. В РСГРу ещё пока. Пока мы не готовы, достойны. Да.
Разгер, еще танков нету нормальных. Кстати, да, Алёш, тебе надо да спиздить Драгонса на паладина на всякий случай. Ну что там, бонус на ЕП будет? ЕП не дали еще нам, да? Нет? Дали, все. Все свободны, всем спасибо, всех ДЦ. Да, всем спасибо. Обычно лутаете 1000 ГП, а то 1000 ЕП. Выжил, добивал, я, Делорус, потом какая-то срока. Войт. Макс на мазафакере или как. Там запись стрима есть на, у меня на канале, можете посмотреть, там видно, кто выжил. Я в Дискорде стримил, поэтому у меня нет записи. А у кого есть запись? У Делоруса, повторяю, сказал же. Че? Во, правильно, ГП ему давай. Алёша, ГП? Ну вы ж просили бонус. Ну почему? Ибо нефиг убивать Джайну, когда не на. На самом деле я там виноват, я этот словил, кто он. Натиск. Знаю. Я бы тоже выжил, если бы глыбу разбудит. В общем, не для нас. Так, давайте рейд на воронах у банка. Половину твинов, блядь. Только тут ДВ состава мало, да было? В смысле, я хочу вот Мозру, да, я до конца жил ни разу не... До шестого места все эти твины и мои Видишь, Фрост? На очень долго. Ключа первый раз убили, меня не было, хозяин убили, меня не было. В РС по обычку пойдет кто твинами? Мы только что ходили. Я же говорю, они твинами. Ну, у кого не два твина, больше, как у